Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Ефименко, и наверняка многие из вас, по крайней мере, кто подписан на наш канал, слышали мой голос за кадром на наших роликах остальных, там, где я озвучиваю различную информацию там, про доохладители, там, как мы на дроне летаем и так далее. Сейчас мы решили немножечко поменять наш формат роликов и уже показывать себя в кадре непосредственно и начать рассказывать более детально и глубже про те объекты, про которые до сих пор еще мало кто говорил, которые, в общем-то, до сих пор находятся еще в Припяти. В частности, вот у нас за кадром, за моей спиной находится еще один из первых интересных объектов, про который мы сейчас начнем рассказывать и замерять его, собственно, на радиоактивность. Сейчас вы видите легендарный немецкий ковш, грейфер, захват так называемый, который занимался расчисткой высокорадиоактивных завалов с кровли машинного зала еще как раз во время первой активной фазы ликвидации последствий. Это самая авария на Чернобыльской АЭС, которая, как вы знаете, произошла 26 апреля 1986 года. Такой ковш нам подарила Германия, то есть ГДР. Он делал захват радиоактивных изотопов и радиоактивных элементов, которые были выброшены вследствие взрыва на четвертом блоке. С машинного зала, в частности, забирал это все, и потом это все перегружали в специальный контейнер для хранения. То есть здесь этот объект, видите, что он такой, ну, скажем, по радиоактивности сейчас достаточно сильно уже, 182 микрорентгена в час показывает там дозиметр, это порядка выше, чем почти в 10 раз от нормы в 30 микрорентген. И сейчас, конечно же, давайте сделаем уже первый замер этой радиации, потому что техника, это всем, конечно, интересно, но в частности нам очень много людей обращалось с тем, чтобы мы сделали замеры фоновых значений по радиоактивности вот этих вот самых таких злачных, интересных мест, и сейчас мы к этому как раз приступим. Ну, то есть вот видно, что уровень вырос сразу от 180 микрорентген в час до 6500 микрорентген в час. И это мы на дно не опускались, и на дно мы опускаться не будем, потому что это не совсем будет безопасно. Вот. Ну, в среднем у нас вот значение радиации, это, вот видите, что 6400, 6500, 38. То есть и также, если мы будем отходить от этого ковша, собственно, также дозиметр будет у нас резко и успокаиваться, как мы это называем. То есть сразу вот уровни упали на несколько порядков, видите, что уже 198 микрорентген в час. 208, вот, соответственно, также они будут и падать. Вот дальше, если от ковша отделиться немножечко в лес, отойти, здесь у нас находятся интересные такие транспортировочные люльки, вот они в кадре тоже хорошо видны, с помощью которых у нас перевозилась робототехника. Перевозилась она непосредственно на кровлю как машинного зала, так и на кровельные конструкции третьего блока, для того, чтобы эти роботы потом могли выезжать на точку работы, заниматься расчисткой графитовых завалов и других элементов, которые были выброшены вследствие взрыва на четвертом блоке. Обойдем мы сейчас со стороны. У нас эти транспортировочные люльки остались позади. Мы сейчас подойдем еще к одному интересному месту. Это у нас, видите, кузовок такой. И вот возле этого кузовка находится еще у нас какой-то такой странный ковш. Это тоже место достаточно грязное. Я еще обнаружил это место, наверное, где-то в году 2007, когда, в общем-то, начал ездить сюда с 2006 года. Интересовался, конечно же, радиацией, как и все молодые ребята интересовались. Вот. Ну и, соответственно, вот эти места мы начали находить, фиксировать их на своих картографах, для того, чтобы можно было, соответственно, потом показывать их потенциально туристам и тем людям, которые интересуются вот этим вот интересным радиоактивным местом. Ну, теперь давайте приступим. Опять же таки, делаем эксперимент с вами. Показываю на дозиметре сейчас сначала у нас вот 194 микрорентгена в час уровня радиации. И теперь, соответственно, приближаемся и посмотрим, сколько он будет у нас показывать дальше. Тут сейчас он фиксирует 1600-1700 микрорентген в час. 1800. 1700, 1900 уже, вот здесь полезло выше все. Порог. 2859, 2946, 2919. То есть тоже, видите, явно до 3000 уже дошло. То есть явно тоже этот ковш принимал участие непосредственно при соприкосновении с радиоактивными элементами.
Вот, и, соответственно, из-за этого он достаточно сильно испачкался, как мы это тоже называем. А мы все-таки двигаемся дальше. То есть, когда как отвлекаюсь, увлекаюсь. Вот, и, соответственно, у нас здесь дозиметр фиксирует тоже такие повышенные поля радиоактивности. 253 микрорентгена в час, 257 микрорентген. Ну, так будет лучше видно, вот, отбликов не будет. И вот здесь, кстати, сразу у нас находится один из уцелевших роботов, который тоже 100% работал на кровельных конструкциях. Возможно, занимался расчисткой каких-то радиоактивных завалов. Тут, кстати, еще смотрите, какая интересная особенность. Написано номер его, вот, или даже год, с отметкой 86. Ну, собственно, тут же у него есть ковш. Вот органы управления все, понятное дело, и, к сожалению, отсутствуют. Даже какая-то система, ну, выхлопная система-то явно не от него валяется. Потому что здесь вообще на этой площадке, где мы находимся с этим ковшом, вот, который мы показывали, вот эти транспортировочные роботолюльки, у нас это все называется как задворки завода «Юпитер». Здесь, вот, если вы не знаете, после аварии завод «Юпитер» был преобразован в такое интересное предприятие, как ПО «Спецатом», что называется как производственное объединение «Спецатом», которое занималось разработкой различных дозиметрических ноу-хау. У них же здесь на площадке, вот, на которой мы с вами были, находились вот эти вот роботы знаменитые, в том числе СТР-1. Мы вот ссылочку, фотографию поставим в ролик, вы посмотрите. И, соответственно, вот этот вот робот, это тоже один из тех роботов, который явно здесь стоял на площадке отстоя. То есть его здесь дезактивировали, настраивали, переоборудовали, чистили, потом отправляли опять в точку работ. Здесь, кстати, еще остатки колесной базы от этого робота. Это катки, на которые, по сути, натягивалась гусеничная основа. И потом, соответственно, робот с помощью вот этих систем транспортировки смог передвигаться самостоятельно. Вот. И здесь, кстати, тоже интересный момент у этого робота. Ну, есть название полное уже. Это «Удмуртия-86». Вот тоже необычная надпись такая, «Удмуртия». Вот какие-то цепи валяются, еще видите, шестеренки. То есть, конечно, большая часть робота уже, к сожалению, просто пропала, скажем это так, более корректно будем выражаться. Вот. Но понятное дело, что было бы гораздо интереснее, если бы был все-таки какой-то определенный такой отстойник созданный, или, скажем, даже в формате музея какого-то, для того, чтобы можно было сюда просто приводить людей и показывать им, насколько здесь все сильно изменилось. Ну, как называется, что имеем, то имеем. Двигаемся с вами дальше. Друзья, мы переместились на другую локацию. Это у нас АТХ-2 называется, Припятское АТХ, автомобильно-транспортное хозяйство, на базе которого еще тоже в послеаварийное время было создано вот такое вот место интересное. Мы сейчас будем туда идти. Это отстойник техники грязной, в том числе, которая тоже принимала участие при ликвидации последствий аварии, в том числе проводились различные дезактивационные работы в городе. Вот здесь стоит много зелов 130-х, которые занимались отмывкой Припяти. Вот, и после этой локации мы с вами будем перемещаться уже на само предприятие АТХ-2, которое сейчас в Припяти не действующее, из которого в скором времени хотят сделать музей. Это интересное место тем, что там находятся у нас БелАЗы. Ну, вернемся пока к нашим делам, как говорится, и будем с вами просматривать то, что здесь находится уже на этой территории. Здесь вот тоже на этой площадке находится много различной техники, много интересных образцов, вот, зилы, поливайки, которые занимались дезактивацией Припяти. То есть они поливали различными коагулирующими веществами улицы города. Вот еще при таких вот дезактивационных работах принимали участие БелАЗы. Мы к ним вернемся немножечко позже. Они у нас находятся на другом отстойнике, ближе к этой тоже локации. Вот. А вот эта вот вся техника, к сожалению, видите, она находится в очень печальном состоянии. Она доживает своих дней, постепенно гниет. Вот дождь, природа, все вот эти вот природные явления, они постепенно эту технику уничтожают. И очень жаль, что в скором времени просто даже не то, что не будет что показывать людям, а даже не будет что вспомнить самим, потому что, во-первых, про такие локации знает сейчас мало людей. И очень жаль, что так, потому что действительно это очень большая историческая составляющая территории Чернобыльской зоны. Вот ее история, история аварии тоже, после аварийной уже жизни Чернобыльской зоны.
Вот. И это просто все постепенно гниет, превращается в ничто, и очень жаль, что так. Будем перемещаться вглубь этого отстойника. Здесь, кстати, тоже еще интересные такие мазы стоят, которые назывались как «Ураган» МАЗ-537. Уникальная машина, это военный тягач. Вот на таких тягачах обычно в зону отчуждения привозились такие интересные машины, как «Имры» — инженерные машины разграждения, созданные на базе шасси танков. Вот, «Имры» занимались у нас дезактивацией пространств возле Чернобыльской АЭС, прилегающих к ней. Можно даже сказать, что вообще «Имр» — это фактически первая машина, которая подъехала прямо к развалу реактора. Ну и теперь, соответственно, мы уже, конечно, дошли к этому интересному «Имру». Это инженерная машина разграждения. Напомню, что эти машины фактически первыми после уже самой аварии на Чернобыльской АЭС подошли к развалу реактора. Из-за того, что эта машина фактически в Советском Союзе создавалась как уникальная боевая машина для того, чтобы можно было вести боевые действия в условиях ядерного поражения. То есть это, грубо говоря, фактически путепрокладчик, который мог бы прокладывать путь в условиях даже городской плотной застройки, путь союзным силам, своим силам. Вот, и она имеет такой большой откидной ковш, мы сейчас покажем его. Ковш тоже, видите, начали постепенно пилить, уже срезана у него основа крепления. Фактически вот хорошо это видно. Очень жаль, что так. Вот, но это, можно сказать, что в зоне отчуждения, в современной, это, наверное, один из немногих «Имров», которые до сих пор еще находятся сложно, конечно, это сказать, но это адекватное состояние для современных реалий, потому что большая часть этой техники уже была просто демонтирована, распилена, фрагментирована и уже вывезена за пределы этой зоны. Ну, кстати, еще один отвал, ковш-отвал, видите, виден здесь, вот с этой позиции. Большая такая инженерная рубка с просвинцованными стеклами, которые явно кто-то стрелял из чего-то или просто пытался чем-то бить, там, молотком каким-то. Вот это тоже орган просмотра, то есть визуального управления для того, чтобы человек, который сидел внутри, видел, куда ему ехать. Вот через такие окошки это все осуществлялось. И потому, соответственно, из-за того, что эта техника была настолько сильно защищена, люди могли в ней более-менее безопасно находиться даже в условиях приближения вплотную к реакторной установке разрушенной. Ну вот сейчас мы с этой стороны еще обойдем. Вот тут видны катки. То есть шасси, на которых эта вся машина передвигалась. Видите? Характерный такой запах, почему-то здесь резина стоит, я не знаю почему, потому что здесь вроде как резины-то мало, кроме как катков. Вот. Ну и сама инженерная машина разграждения с ее распиленными уже конструкциями. Видите, гидравлика вся уже демонтирована. Вот эти все подводки технологические. Вот. Ну, соответственно, теперь вернемся сразу же к вопросу о радиации. Значит, у нас здесь прибор сейчас показывает 101 микрорентген в час. Приблизимся к ковшу. То же самое, ничего не поменялось. Все тот же 101 микрорентген в час. Ну, теперь попытаемся тут, посмотрю, как лучше пройти. Здесь сложно, конечно, двигаться, потому что, во-первых, все заросло. ...112, пока не критично. Хотя здесь на борту, интересная надпись сохранилась, 14 тысяч. Вот только непонятно чего 14 тысяч. Скорее всего, порядковый номер остался, 14 тысяч. А вот 14 тысяч — это либо миллирентген, либо микрорентген. Точно непонятно. Но, скорее всего, это 14 тысяч миллирентген, то есть это достаточно приличный уровень радиации был здесь в свое время. То есть видно, что техника действительно работала прямо возле реактора и получила свою дозу радиации высокую. Вот. Ну, вот этот вот ковшик интересный, так называемый инженерный захват. То есть вот таким захватом, кстати, еще во времена ликвидации последствий аварии, в том числе ликвидации самого Рыжего леса, велся демонтаж, ну, если так можно выразиться, уничтожение, даже корректнее так будет, Рыжего леса. То есть этот Рыжий лес, он ломался как раз вот такими захватами. Имр приезжал, уничтожал, ломал деревья, перетаскивал их в какие-то специальные траншеи, грубо говоря, потому что Рыжий лес фактически был захоронен сам по себе. И вот такими машинами это все демонтировалось. Ну, а здесь у нас по радиации, насколько я знаю, помню, здесь у нас достаточно много. Поэтому мы сейчас здесь так приблизимся и посмотрим.
892, 453, 517, 428. С другой позиции подойдем, потому что я помню, что здесь что-то где-то когда-то светило сильно. Ага, вот, нашли. 944, 987, 964. Ну, здесь, да, видите, как что. 932, 1000. Да, здесь уровень радиации, конечно, на этом захвате больше, потому что, скорее всего, как раз он прямо был применен на каких-то захватах грязных. То есть там, например, возможно, какая-то древесина выпиливалась им, или либо он там брал какие-то материалы радиоактивные. Кстати, тоже бор такой остался у него здесь. Посмотрим, что здесь по радиации у нас. 73 микрорентгена. Ну, здесь нормально. Еще тоже гудрон, какая-то смола тут разлита. Какие-то кабельные системы торчат вон из земли. Ну и сам ИМР. Будем двигаться дальше. Это у нас АТХ-2. То, о чем мы говорили буквально несколько минут назад. Локация интересная, сразу скажу. АТХ-2 было некогда действующим предприятием, на котором располагались, как мы их называли, еще помню, когда мы только-только пришли на работу в Чернобыльскую зону, и грузовики смерти. Тоже такой сталкерский термин из игры, отсылочка опять же таки к игре. Вот, потому что эти грузовики, они возили РАО, радиоактивные отходы, стояли здесь они на АТХ, их тут обслуживали, там меняли масла, заправляли их и так далее. То есть это был такой перевалочный пункт для этой техники. Вот. Соответственно, мы сейчас сюда зайдем, посмотрим, что здесь у нас находится. Вот остатки грузовика, как раз этого грузовика смерти. То есть видите, что предприятие настолько сильно вывели из эксплуатации, что даже распилили всю технику, на которых это предприятие держалось. Ничего нету, ничего не осталось. Двери, видите, защищенные, металлическая подпорка. И вот специально как раз для того, чтобы защищать персонал. То есть крепкая такая дверь. Лист металла идет настоящего, такого плотного достаточно. Вот, ну, от техники, конечно, уже ничего не осталось. Вот это вот кузовок, скорее всего, остался от него. Вот он, кстати, валяется, в котором это все перевозилось. Вот, но техника здесь дезактивировалась активно достаточно, потому сказать, что здесь что-то фанило. Кстати, еще тент остался на кузовке. Как раз для того, чтобы этим тентом обычно прикрывали, когда везли какую-то гадость в кузове, прикрывали тентом, чтобы эта гадость не разлеталась просто по ветру. Вот, ну, сейчас посмотрим на уровне радиации. 7. Все нормально. 44 микрорентгена, тут даже почти превышений никаких нет. То есть здесь у нас 44 микрорентгена зафиксировано. Это почти норма. Интересные образцы техники такой. Тоже номер виден. Внутренний номер, кстати, К0058. Такие номера были актуальны только для внутренней зоны. То есть они не имели права выезда вообще за пределы территории Чернобыльской зоны отчуждения. Вообще вся эта техника, выезжать за пределы Чернобыльской зоны уже нельзя. Ну, кстати, значок радиации у нас еще остался. Вот. Ну и, собственно, вот у нас вот эти вот красавцы-белазы. Еще надписи сохранились тоже оригинальные. На этих белазах. То есть тут тоже, видите, несколько типов этих белазов есть. Есть белазы, которые с кузовом идут. Вот у них даже тоже, кстати, интересный момент. Сохранилась зона, штампик зоны. И причем там еще даже виднеется такой интересный герб Украины. Зона, опять же таки, АТХ-2 написано. Сохранились, кстати, здесь еще фары. Это для такой машины, конечно, огромные такие маленькие фары. Это немножечко странно смотрится. Вот. И есть белазы здесь, которые имеют уже сзади бочку, в которой
находилось коагулирующее вещество, химический раствор, состав, для того, чтобы можно было заниматься дезактивацией Припяти, то есть это было постоянно активное пылеподавление. Бак, огромный бак, наверное, литров на 300. Кстати, видна система распыления, которая монтировалась на задней части вот этой вот бочки БелАЗа. Тоже, кстати, номер сохранился, К0198. Вот, и здесь у нас вот эта вот система, через которую, в общем-то, форсуночная система, через которую распылялось коагулирующее вещество. Ну, здесь тоже видите, то, что такой достаточно большой диаметр, через который шло распыление как раз вот этого вот коагулирующего вещества, жидкости. Тоже, кстати, хорошая картинка, то есть видно, что БелАЗ находится в более-менее адекватном угадываемом состоянии, чтобы можно было его показывать людям, потому мы все-таки надеемся, что в скором времени на базе этого АТХ-2 будет создана база такого музея для того, чтобы хотя бы сохранить вот этих красавцев и показывать их людям, потому что это действительно очень важная составляющая исторической части Чернобыльской зоны отчуждения именно в плане дезактивации зоны. Друзья, большое спасибо за ваш просмотр. Обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, а также напишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в наших следующих выпусках, потому что для нас это очень интересно. Большое вам спасибо. Увидимся.